Так, все, видео просмотрено на 8000 мы получили. Так, 4 каких-то штучек. Это же эти столбы с фонариками. Я понял, я их видел, но я их специально не уничтожал. Я думал, что зачем? Я думал, надо уничтожить карточки. Ну ладно, что, будем знать. Так, обмен жетонов. 10 жетонов. У нас нет совсем жетонов. То есть на жетоны мы можем покупать эпичный Оптимус, горд монет. Ну да, я понял. Мы выигрываем жетоны и на них обмениваем всякие ништячки. Так, вот наша свинка, которую мы можем улучшить. Так, 3 часа улучшения. Чего-чего? Улучшить еще позже, что я вижу. Стоп, 25 тысяч. У нас есть 304. Ресурсов у нас хватает. Улучшили 4 уровень? Ну нет. Или он уже улучшается, я не понимаю. Завершить. У нас уже происходит улучшение, и мы не можем одновременно. Все, я понял. Так, ладно. Тогда на этом мы сейчас с вами закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и оставляйте свои комментарии под этим видео. Увидимся на следующей неделе. Где-то так. Всем пока. Еще раз спасибо за просмотр. Так. Реклама. Пропускаем рекламу. Сразу же, прям на первом подходе у нас возможность, да, собрать 500 монет. И это здорово. Да, конечно, по сравнению с предыдущим, этот птичка у нас, не помню, как его зовут, Ред, по-моему, не имеет такого преимущества в бою, поэтому мы вряд ли соберем сейчас 3000. Но, тем не менее, нужно играть за всех. В этом и заключается суть игры. Какой-то прям бессмертный. Так, ракета летит. Успели, отлично, все успели. Так, включим защитный щит. Правда, зря, наверное. Так, вызовем на помощь еще раз нашего супер помощника 7 уровня. Которого, кстати, вообще неплохие такие боевые навыки, судя по всему. Так, еще какие-то ракеты летят. Причем ракеты какие-то вообще стали дикие. Более сложные, как мне кажется. Так, где наша помощь? Нам срочно нужна помощь. Очень много свиней, которых мы не успеваем уничтожить. Довольно занятная способность нашего союзника. Он создает какой-то... воронку, я не знаю, черную дыру, которая избавляется от всего, что вообще есть на пути, и это довольно круто.
Так, ну сколько у нас? 1800 монет. В принципе, довольно неплохой результат, учитывая, что это наш не самый любимый герой, у которого не такие крутые способности. Это самый первый. Так, 2000. 2014 год. Хорошо, что не 2016. Так, да, поблагодарим его, он реально помогал и... Так, смотрим, что там у нас дальше есть. Давайте вот эту попробуем свинью. А, только у нас, по-моему, улучшается или нет? Улучшается. Так, вызывает воздушную поддержку страйкбот. Давайте возьмем, попробуем вот это. Так, союзники нет. Давайте мы немножко изменим. О, 8-й уровень, какие-то новые птички. Кстати говоря, я еще даже не видел их в деле. Так что давайте воспользуемся этим случаем и попробуем, что они вообще будут давать. Кстати, прикольная способность у этой свиньи, он уничтожает абсолютно любой блок, вне зависимости от того, камень это или что-то иное, прям сразу же. Так, давайте посмотрим, что у нас там может наш союзник. Так. Так, давайте вызовем воздушную поддержку. Очень много всякой фигни, от которой нужно сейчас там избавиться. Отличный просто взрыв. Это уже конец, конец уровня. Кстати, быстрый уровень прошел вот этот. Мы не можем вызвать поддержку. Блин, надо было чуть пораньше, конечно, среагировать на. Занятный персонаж. 1700 монет где-то мы сейчас выиграем. Вот. Но... конечно, не 3000, не 5000, как бывает иногда, но тоже довольно неплохо. Поблагодарим? Ну, я не знаю, ладно, чё, почему бы и нет. Так, уже 20 тысяч, нам нужен 25, если я не ошибаюсь, чтобы улучшить нашего нового, вернее, даже нашего старого дружка. Так, уровень склада. А, это склад какой-то. Плюс один материал. Для чего это нужно, я пока не разобрался. Судя по всему, когда мы соберем необходимое количество деталей, а у нас появится какая-то новая птица, что ли, я не знаю. Увеличить склад. Увеличение вероятности получения материала. Да нет, наверное, не будем. Ладно, вот у нас тут есть еще. Давайте обновим. Еще раз. Вот эта птичка. Это та птичка, с помощью которой мы сейчас должны заработать нереальное просто количество денег. Если я не ошибаюсь, именно с помощью него мы установили какой-то там новый рекорд, что-то в районе 5000 за один раз. Потому что там у него убойная сила, она очень медленная, но в то же время убойная. Поэтому давайте смотреть, так что да, что тут у нас будет. Ну, увидите, да, то есть сметает абсолютно все на своем пути.
Единственное, очень сложно отбиваться от противников, которые подлетают прям очень близко. Ну, в принципе, довольно неплохой результат. То есть мы только начали, у нас уже почти 1000 собралась. Только за счет того, что мы как бы уничтожаем все, что можно. Как вовремя использовали защиту. Да, не получилось. Я не знаю, как избавляться от этих ракет, в силу того, что просто-напросто не успеваем ничего сделать. Все-таки я планировал, что с этой птичкой мы хотя бы 3000 точно заработаем, но ничего у нас не получилось. Довольно плохой результат, конечно, не самый плохой, но могло быть и лучше. Всего лишь 1400 это самый минимум вообще, который мы собрали, пока проходим сегодня. Вот у нас третий бой получается, и всего лишь 1500. Ну, это вообще очень мало, не знаю. Нет, мы не будем тебя даже благодарить, по сути, ты ничем не помог, так что... Китайский Новый год, а что это вообще такое? Все моргает, так, имя. Apple. Apple Games. Название нашего канала. Так, играть события, приз 10 чего-то там. Не знаю, что это вообще значило бы. Давайте выберем вот эту, которая нам очень сильно понравилась. Strike Pot, я думаю, для этой птицы самое оптимальное, что можно выбрать. Нам, походу, надо собирать эти карточки, что ли, я даже не знаю. Пока не могу разобраться вообще, что от нас требуется, так сказать. Давайте взорвем все нафиг. Хотя бы чуть-чуть. Так, если не ошибаюсь, да, за нами бились по ракете, которую мы успешно отразили. Так, где она, где она? Так, раз, там еще одна ракета впереди. Вот она, уже приближается. Так, все, успели, отлично. Так, почему, интересно, тут не пишут, сколько мы монеток заработали? Может быть, мы вообще ничего не заработали? Тогда это очень плохо.
Так, немножко нужно взорвать все. Там где-то там скрывается золотой ящичек. Мы не успели вообще найти, взорвать и так далее. А 4 мы штучки собрали, не знаю, что это значит, хороший это результат или нет, но тем не менее. Так, давайте теперь посмотрим, что это вообще значит, что это за результат у нас. Очень интересно. Событие пройдено. Так, 4000 монет. Давайте посмотрим двойную награду, почему бы и нет. Нам сейчас 8000 явно не помешают. My dear father built the world's richest farm, but now it's time to make a legacy. То есть, по сути, если сейчас мы получим 8000, у нас там есть еще в районе 20, мы сможем за 25000 улучшить нашего вот этого 4-го уровня героя, нашего любимого, которым мы сейчас вот играли, которым мы играли в прошлый раз. Что-то больно долго реклама длится. Всем привет, приветствую вас на канале Apple Games. Сегодня мы продолжаем играть в игру Angry Birds Transformers. Так, поехали. Так, что у нас тут? Китайский Новый год. Проходи ежедневные испытания, чтобы получить жетоны. Новые испытания каждый день. Принимай участие в ежедневных соревнованиях, чтобы выиграть дополнительные жетоны. Понятно. Так, давайте сперва соберем все наши денежки от пройденных уровней. Так, вот еще у нас тут есть. Так, у нас какое-то новое письмо пришло. Так, все ясно, понятно. Ладно, давайте играть. Что у нас тут такое? Не хватает драгоценных камней. Что бы это значило? А, я понял, это немного не тот уровень, вот. Так, выбираем Энергоникона. Так, ну давайте выберем электроник. Так, окей. Все, поехали. Одна из самых лучших, по моему скромному мнению, свиней, потому что очень хорошая атака. И есть возможность выиграть довольно много денег. Может, немножко ускорить, хотя нет, не надо им ускоряться. Видимо, какое-то новое обновление в связи с китайским Новым годом, всякие гирлянды висят. Довольно празднично выглядит все это. Так, в принципе, надо, думаю, вызвать подмогу. Тут очень много каменных вещиц, которые нам наш союзник поможет уничтожить. Какие-то новые карточки, я не понимаю, судя по всему, они дают нам деньги или что-то в этом роде.
кстати, довольно продуктивный уровень, еще далеко не конец, я так понимаю, и уже у нас почти 1500 монет. Я так понимаю, еще должен нам где-то попасться куб с золотом. Но пока его нигде нет. С деревом прям справляется вообще просто отлично. Так, а это что у нас? Какая-то неразрушаемая часть здания. Не знаю, в общем, для чего, но разрушить мы ее явно не можем. Как я не стараюсь, это не выходит. Так, уже 1600-1700, это довольно хороший результат, в принципе. Так, что это, победа? Нет еще? Что-то до сих пор нет этого нашего кубика золотого. Я все-таки надеялся, что он будет, потому что это дает очень много денег, прям очень много. Как правило, 500 точно. А вот он, нашли мы его. Причем не один, а даже целых два. Давайте вызовем на помощь нашего помощника, чтобы он нам помог в этом деле. Так, все отлично. Вон еще один даже. Уже три. И это здорово. Да, третий, конечно, немножко там упал, мы его вряд ли сейчас достанем, но ладно. Не страшно, я думаю. Так, где наш электроник? В целом, вот, кстати, мы сейчас отсюда его можем достать, я так думаю. Да, все, мы использовали его на максимум. 3085 денег, и это, я думаю, достойный результат для этого уровня. Учитывая, что это не самый прокачанный наш герой, и вот столько денег получить, это... Нет, мы, наверное, даже не будем воспользоваться двойной наградой. Нет у нас на это времени. Так... 27 тысяч у нас. Давайте вообще посмотрим, сколько там с нас требуется денег для улучшения чего-либо. Так, вот она, кажется, эта свинья, с которой мы сейчас играли, улучшить ее. Единственный, кто у нас на третьем уровне пока застоялся. 10 тысяч, да, давайте тогда его улучшим. И посмотрим, сколько стоит улучшить следующего. Так, вот, например, четвертый уровень. Повысить его до пятых стоит 25 тысяч. В принципе, не так много. И я думаю, мы сможем сегодня заработать эту сумму денег. 7 тысяч всего лишь. Так, поехали дальше. Здоровья у нас не очень много, но в целом, я думаю, мы должны справиться. Так, у нас есть щитовик. Активирует защитный щит, у которого целых 2 звезды. Я думаю, мы должны воспользоваться этим шансом. И союзники мы возьмем товарищу, у которого аж 7 уровень. У нас нет ни одной свиньи такой, поэтому